Ну что, сейчас смотрите, позиции мои любимые, садись. Начнем поэтапно. Самая моя распространенная позиция, откуда я атакую, как я вам вообще в принципе советую работать с хафгарда, постоянно напрягать. Когда вы находитесь сверху, постоянно напрягайте оппонента, потому что если вы ничего не будете делать, вас обязательно либо полезут под ногу, либо залезут за спину. А еще более обидное, да, когда сушат схватку и там супер крутой захват, который не дает возможность вылезти. Такие тоже особые джитсеры есть. Поэтому здесь можно делать разные ловушки. Первая, моя любимая, которую я делаю тут дырочку такую, да, для того, чтобы человек полез мне за спину. Тебя прям всем видом показываю, заходи. Только он начинает движение, первое, что я делаю, я не за головой его лезу, показываю ему. Он начинает проходить, я ставлю визор. Первое, заблокировал его. Второй рукой я начинаю идти, внимательно смотрите, я не засовываю опять глубоко, я завожу ее вот таким образом. Вот у меня, вот здесь она. Хоп, взял захват возле подбородка, прижал его голову. Все, я уже вот здесь начинаю его поддушивать. Первый этап пошел, я руки уже не расслабляю. И как бульдозер иду на него, только не вот так сверху, а прям снизу. Раз, 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 раз. Голову кладу в пол, человек уже стучит. Важный момент, если все же вы там кривенько взяли, не попали, вы вместе с ним идете вот в эту сторону, голову положили и начинаете скручиваться в левую сторону, в сторону головы. Дэн у нас нестерпеливых, поэтому, видимо, не получится. Я вот заправил, взял захват, прижал, пошел на него и ухожу влево. При этом все время стараюсь, чтобы его лопатка касалась мата. Захват важная штука сейчас, очень вот прям внимательно. Если вы будете глубоко заводить, то его соник будет открыт. Дэн сдастся, 70% из вас не сдастся. Вот раз, локоть прижал, пошел, 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 пошел. Я не спешу при этом. Голову положил, закрутился. Пробуем. Смотрите, по ошибкам, да, какие были. Они всегда, они даже у меня во время схватки, да, бывают. Первое, что вы делаете, вы схватили и начинаете уходить. Вот я, вы заправили руки, да, там даже правильно заправили. И вы начинаете идти вот раз и сюда. Вот так. И он вас накроет просто. А еще самое, что обидно, он накроет вас нехорошо для вас. То есть эта позиция вам не нужна. Ходи. Еще раз. Вот его лопатка, она идет вот сюда. Не сюда, вот сюда. Я начинаю двигаться вот в эту сторону. Мои руки должны уже быть сжаты. Я сейчас его не давлю специально. Если у меня не пошло, я делаю движение вот так. Я не вот сюда разворачиваюсь, а вот так. Вот это важный момент. Я как бы вдоль мата закручиваюсь. Где ясна? Где ошибка? То есть вы должны голову, опять же, да, даже в этом положении ее отрубить. Это важный момент, который большинство игнорирует. Парни, на секундочку отвлеклись. Гильотина работает.